Экономика республики на сегодняшний день растет. Это не пиар перед Новым годом. Задача уже стоит даже другая – выдать усиленный аванс за декабрь месяц, чтобы люди пошли с деньгами на новогодние праздники. Повеселились, погуляли, поотдыхали, съездили отдохнуть и за рубеж. Кто здесь? У нас очень много баз, прекрасная природа. Вот это теперь уже, я бы раньше не мог этого заявить, сегодня уже этот тренд есть. Но кое-где еще есть проблемы, конечно. Надо просто всем дружно работать.